Когда говорят место силы, что первое приходит тебе на ум? Место силы – это место, которое дает себе уют, защиту и тепло. И это не обязательно другая страна, это не обязательно нужно ехать куда-то. Возможно, это то место, о котором вы даже не догадываетесь, но если подумать, ты понимаешь, что место силы, даже, наверное, для меня это не место, а те люди, с которыми я рядом. Если человек, так скажем, душевный, то куда бы мы ни пришли, это становится местом силы. Я бы так это сказала. А так, планета Земля, она, конечно, огромна. Она прекрасна. И это живой организм, где все, что есть, горы, природа, леса, моря, реки, океаны, это и есть место силы.